Июня молодежь России отметит свой праздник. Все, кому от 14 до 30, заслуженно будут принимать поздравления и смогут стать участниками всевозможных площадок. Молодежный центр округа подготовил насыщенную трехдневную программу для спортсменов и любителей активного отдыха. Все подробности в следующем материале. Потянуться на одной руке или сделать солнце на турнике им совсем не сложно. Эти парни работают только со своим весом, без железа и тренажеров. В этом главный конек воркаута – уличного фитнеса. Он набирает популярность большими темпами за свою неприхотливость и свободу выбора. Никаких нету рамок, ни ограничений. Человек приходит, занимается на свое удовольствие, на свое усмотрение, делает все, что хочет. Только если погода здесь такая немного нехорошая, а так приходишь, работаешь. Посмотрел, понравился элемент, сделал, попробовал, учишь. Поклонников уличных тренировок в Нарьян-Маре пока немного, но они уже готовы показать, чему научились. 28 июня в поселке Искателей пройдет первый в округе чемпионат по воркауту. Его приурочили ко Дню молодежи и фестивалю уличных видов спорта. Искательская площадка станет местом встречи баскетболистов, футболистов, скейтеров и бодибилдеров. Летом, да, в частности, можно не сидеть дома, а можно выходить на площадку и заниматься абсолютно разными видами спорта, не такими традиционными, да, как вот обычно. Вот. И очень хотелось бы, чтобы это все-таки здоровый образ жизни, он преобладал, и занятость молодежи над каким-то бездельем. Для этого молодежный центр подготовил большую программу. 26 июня пройдет первенство по лазертагу. В субботу на следующий день встретятся любители боулинга. В клубе «Страйк» состоится молодежный чемпионат. Завершится День молодежи фестивалем уличного спорта. Все желающие приглашаются на спортивную площадку поселка Искателей с 13 до 15 часов. Алина Ваучейская, Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».